задумал в отношении тебя. Мужчина хочет встречи, готов терпеть столько, сколько нужно, готов ждать, когда вы решите стать его королевой Пентаклей. Строит планы по поводу вас. Вы точно есть в его планах на жизнь. Понял, что вы именно та женщина, которую он так долго искал и наконец-то встретил. Между вами сейчас расстояние. Карта «Мир» говорит, может, не только о разных городах, но и разных странах. Хочет что-то прояснить. Любит вас. Туз кубков – это желание любить, это шанс на любовь, это шанс на яркие и красивые эмоциональные отношения. Отношения немножко подвисли. Мужчина хотел бы постоянства, хотел бы серьезности. Сердце болит, вы разбиваете ему сердце, потому что он не понимает вас, не понимает, что вы к нему чувствуете, а хотел бы быть вашим императором. Что же он задумал? Давайте посмотрим. Вы для него любимая женщина. Он не знает, как ему быть, надеется на перемены. Что все плохое уйдет, и, наконец, вы поймете, что именно он тот мужчина, который, в общем-то, вам нужен. Тот мужчина, который, с которым вы хотели бы быть вместе. По карте шестерка жезлов мужчина, по идее, должен активно проявляться, да, доказывать вам, ухаживать за вами, доказывать вам, что он именно тот, с кем вы будете дальше, с кем вы будете рядом, чтобы у вас не было никаких сомнений.